Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Изгнание Измаила и его матери. Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды и дал Агаре, положив ей на плечи и отрока, и отпустил ее. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.